Всем хай-хай! Меня зовут Дарья, в руках у меня сегодня не будет укулеле, потому что это новый выпуск. Моменты жизни. И сегодня у нас с вами Октобер, но обо всем по порядку. Садись поудобнее и погнали смотреть. Моменты жизни. Ну что же, у нас с вами продолжение семейного ужина. Сегодня у нас понедельничный ужин. Сашка решил приготовить. У нас, между прочим, ужин сегодня инкогнито. Без вспышки, фото, видео. Что еще удивительно, то, что Сашка сделал целую афишу. Все оделись красиво, все видим. В субботу готовлю я. Ежика, естественно. Подождите, со вторника по пятнице, я не поняла. Ничего. Завтра Даша готовит. Я завтра работаю. Ну, он тоже сегодня работал. Это его была инициатива, я на субботу нацелилась. Ну-ка, Микуша, какая у тебя хибара. Ой, пахнет таким прям этим. Вот, жгутом. Я, знаешь, кошек я мажу. Это пришла начала. Микуш, как тебе? Нравится? Папа купил тебе, смотри-ка, вообще прелесть. Ты гадышкин будешь? Ну, даё, да? Ну, батя у тебя любит, как тебя. Учителя для нас, будь свет в окошке. Она не успела купить, уже в камеру. В честь такого праздника мы решили тебе кое-что приготовить. Да сама доставай, чё я реально? Где он? Подожди. Она под ёлкой иди. Эти конфеты, вы бы знали, я не знаю почему. Лен, ты верни эту мой галстук. Это не мои конфеты. Даша, я их больше не выпускаю. Это доски делали. Это мы распечатали на принтере, открытку приклеили. Я, блядь, не поняла. Их реально нет. Давайте распаковать чек, Юлин галстук. Давай, всему столу провози. Вы что, настолько меня любите? Блин, это какие-то прям крутые, я что-то не ожидала. Когда пришли санкции. Блин, так-то вообще-то спасибо. Вот прям вообще, мне прям порадовали. Продолжение банкета. Вчера оказалось, что Nestlé перестали производить мои любимые конфеты на День Учителя. Сашка поехал в магнит, нашел конфетки мои любимые. Специально за конфетами, говорит, поехал. Мика в шоке. Я тоже. Вот они, вот оно! Просто наше вечернее времяпрепровождение. Смотрим стрейки. Сашка мерит потолок у нас. Вот это сейчас, он мне очень нравится. Да? Биас называется. Биас. Микушка, интересно, да, что там происходит еще раз? Будет ли ей? Будет ли ей? Да втянулся! Смотрим, зеленый у нас это номер 5. А я художник. So, у нас сегодня совместное времяпрепровождение на этот раз на просторах интернета. Есть видео, где друзья покупают холсты. На определенное время что-то рисуют, и потом, что они нарисовали, отдают другому, и тот другой дорисовывает. И в конечном итоге у вас получается картина, созданная всеми. Отобрали у меня все большие кисточки? Так ты сама предложила нам? Ты сама дала. Ну я же не крыса. Я же разберу. Первый этап, значит, сейчас нужно будет поменяться. Ты говоришь, я не дам тебе снимать, Юль, тут видно. А это что за? Это твой стул, который ты рисуешь? Это второй этап. Микошка с нами! Прямая работа. Юля, ты счастлива? У меня было сначала мирное небо, потом красный закончился на мирное небо, получился ад. Слушай, интересно. Сейчас Даша испортится. Да, так что хотел сказать. На данный момент у нас вот это вот лично у меня. Как в цирке. Держи. Сашуська, покеш. Нет, у нас не финальная работа. Тебе надо делать фактуру дерева. То есть ты мне приказываешь это делать? Я советую тебе сделать. Не переживай. Представляю. О, прикол. Сердца, это сердца за любовь. Это куриная песня. Подожди. А что это? Горшок, поддон. Покажу вам сначала. Блять. Я так этого боялся. Я думал, кто-нибудь додумается елки новогоднюю покрасить. Я думал.
Я вот реально, я этого боялся, думаю, я нарисую елки. Не, а что не так? Думаю, надо спасать картину. Я еще специально, когда рисовал, говорю, надо спасать картину от вот этого цирка. Не, а что не так? Очень даже симпатично. Я не хотел новогоднюю картину. Честно, я когда думаю, я такая гениальная. Оксана нарисовала, главное, и еще этот. И еще винит меня за квадраты. Сам линии нарисовал. Ну, даже не линии, не квадраты. Ну, это же, а что, это геометрия. Ага, то есть это вот это у тебя был референс? У меня, ну, мысль была на такое. Что вы хотели? Что получилось? Ты хочу картину с космосом с двумя мирами? У нас есть дома картина с двумя мирами. С тремя. Но ты же любишь Новый год. Даже не картина. Поддерживаю. Ну-ка. Елочный базар называется. Да. Саша, не переживай. Я вижу по-другому. Я вижу в этом Новый год. Малютка. А, папа рисует. Ну, ты прямо продвинулась. Юля, блядь, как круто! Это ГАИ ДПС. Пожелание добавить. Уже и те более светлые тона. Mm-hmm. То есть такие более вот прозрачные. Квадраты нарисовать. Это там и так есть прямоугольники, может, квадраты. Это я рисовала. Но я вижу. Так, ну уже прям капец как вырисовывается. О, да. Очень круто, Юль, как ты поиграл, ну, с цветами. Хорошо. Я представляю, что я нарисовал. От себя свое любимое. Рыбки, спасибо, дорогой. Рыба. Я думала рыбы куда-нибудь засунуть, ну, чтобы прям так. Мне еще нравится, что объемные цвета вот где-то. Я как раз вот этого хотела бы добиваться в своих работах. Почему решил сделать апокалипсис? Я нарисую это гриб. Мухомор. Лицо Ленина, можешь? Ленина, лицо Ленина. Я бы с радостью. Ой, это круто. Это круто. Ну-ка, Ленин. Гриб. Объем добавил. Ну, реально, зажила. Зажила, считаю. Так, тут мелкие. Я думала про божьих коровок. Потому что вы для дипана, не для меня. А ты что нарисовала, давай. Хорошо, Дашуль, хорошо было, это правда. Но Дашуля удивила в этот раз, правда. В принципе, вырисовывается уже вот так вот. На первый взгляд. Ничего не поменялось. Но есть Мика. Но вы посмотрите, это прям Микушка на этих, посмотри. Это прям экспрессионизм пошел какой-то. На ушки посмотри. О, реально, боже. Это ты! Прям реально, девчонки. Я все-таки решила реализовать идею с картами играть. Слушай, стало интереснее. Азартный мир елок. Скажите, вы при чем тут елки? Скажу. Звони. Это единственное время, которое умею рисовать. Карты в трех соснах. Элька, давай. У меня, так, я добила горизонт. Так. И я нарисовала, ну, очень мелко видно, но это КБшка. И протоптанная тропинка. А, еще. Во-первых, я доделала квартиркам. Я домофоны. А там это фейс смайл. Только скажите смайл фейс и улыбнитесь. Смайл фейс. Но это делает картину. Я просто, знаешь, сижу, думаю, блин, она говорит, ярких красок хочется, я думаю, ни слова больше. Картина для того, чтобы стоять и рассматривать. Чтобы вы понимали, тут стол для алкашни рядом с КБшкой. Вдруг кто-то захочет себе перенять. Тут где-нибудь речку и с шашлыками кого-нибудь. Вот, картина, значит, вот моя. Картина называется «Люди обмана». Тут все обманывает друг друга. Все из обмана. Все слеплено из обмана. Что еще расскажешь? Какие техники? Что понравилось, что не понравилось? Почему ты отказался от Нового не года? Не понравились Новый год. Почему? В моей картине от Дарьи Олеговны, которая внесла свою лепту. Он сам нарисовал елки, естественно, он меня соблазнил. Кто-нибудь вот додумается нарисовать на моих елках игрушки новогодние? Мысль была. Я же говорю, я чувствовала себя такой гениальной в этот момент. Пришлось все закрашивать срочно, моих елки спасать. Мы против такого. Нового года не будет. Нового года не будет. Дед Мороз принял ислам. Альхамдулиллях. Дашуля нарисовала на наших с Юлечкиных линиях, да? Какого-то хрена она начала рисовать квадраты. Ну вот расскажи про вот это чудесное Юлин переход.
Я нарисовала лупу вот эту, смотреть бинокль. Вашему вниманию вторая работа у нас. День пиздень называется. Расскажи поконкретнее, потому что столько деталей мы видим, прям вообще жизнь. Эта картина на вид кажется простой. И ты такой смотришь и думаешь... А что тут такого удивительного? Да что удивительного? Ленин, гриб. А потом, когда ты начинаешь присматриваться, тут очень много деталей. Обратим внимание, у нас здесь ДПСники. Да. У нас здесь кто-то умер. Ага. У нас здесь кошка. В нашем поддоне бычки от сигарет растут параллельно с укропом. Мы видим, здесь у нас алкашами протоптана дорога от красного-белого. Вот у нас идет один представитель, держит в руке бутылочку. Вот у нас переполненная мусорка есть, потому что никто это не убирает, алкаши много. Здесь у нас шашлыки жарят, двое мужчин тоже выпивают. А вот еще Сашулька добавила свою лепту. Stray Kids выступать будут скоро. Как только пройдет, сразу же. У каждого дома есть нано-домофон. Вот. И это все мы наблюдаем вид из окна. Честно, это наша прошлая квартира, в принципе. Я так и об этом думала. Да? Типа это занавески, этот вот этот палисадник чудесный. Вот Биба немножко подсадка. Да-да-да, это вот бибрик. И заключительная работа у нас поле. Здесь у нас, в принципе, что продемонстрировано? Поле, ночное небо, по которому плывут рыбы с губами. Это Сашкина инь-янь и их неродившийся ребенок, потому что они... Их не ебойные. Также у нас звездочки, все дела. Прилетела НЛО, забирает сердечки. Это НЛО победа. Потом Леди Баг. Дальше у нас, там вот на пушке дым еще горит. Лепесточки, сенокос, сеновал, сено. С рулетом. С рулетом. И очень важный момент. Обратите внимание на две кошечки. Это Бима и Мика. Мика поменьше. И вы не видите, какие ушечки маленькие? А это бибрик. Это бибрик, потому что она всегда сидит вот такая. Вот такая у нас получилась работа. И мы счастливы. Вот такую я сделала афишку. Посмотри. 20.03? Да. Вот в твоем, вот в твоем. Конечно. 20.03. Топ, да? Пойду у Юли спрошу. У нас Юлечка, просто извините, я тут в учебный процесс ворвалась. Очень хорошо. 20.03. Все верно. Ой, я не успею собраться. Время 20.02. Я проверилась вот так вот. Юля там вообще во всеоружии. На сервировала, чтобы салатик поставила, охладила. Все как положено. Сейчас будет готов пирог и готово. Быстренько смотрим Сашкин дресс-кодик. И Лавочки, ну молодец. Молодец, правильно. Смотри, как она стол запервировала. Как тебе? Вообще. Во-первых, аутфитик хотела посмотреть. Ать какая. Сегодня у нас с вами в меню салатик греческий. Основное блюдо у нас кассероль с сосисками. Что такое кассероль? Рагу. И на десерт у нас персиковый пирог. Что-то произошло, не загружают на Рутуб битву сильнейших. Сидим, ждем. Говорят, позже опубликуют. Это все из-за какого-то этого шоу один в один, который раньше был на Первом канале. Ярче всех, или там что, ярче звезд, что-то такое было. Поэтому сейчас сидим, лежим, я не знаю, в каком состоянии. Викушка уже там все выпало в астрал. Смотрим, как маринует селедку. А включил-то Сашка, который не любит рыбу. Моменты жизни. Все, у нас второй день. Юля дописала свой шедевр. Смотри, дописала, не дорисовала. Все правильно. Вот такая красота. Мы с Сашкой описываем как прям вот учителя в изобразительном искусстве. Слушай, знаешь, что мне нравится? Мне нравится движение воды. То есть неспокойная вода. Очень красивый градиент. Ты поработал, учитывая, что ты первый раз... Слушай, да, картина мне нравится. Слава богу, мне Бог дал хороший вкус. Я очень чувствую цвета, оттенки. Учитывая, что ты работала маслом впервые в жизни, я так понимаю. Нет, давай так скажем. Учитывая, что я второй раз в жизни взяла кисточку и холст в руки... И первый раз поработав с маслами, Слушай, ну прям круто. Видишь, талант есть. Скажу так, я рада, что настроение картины все-таки вы увидели. Спасибо. В следующий раз будет еще мрачнее. Звучит как угроза. В следующий раз будет мрачнее. Моменты жизни.
В общем, друзья, товарищи, мы сегодня пришли на стендап Лизу, Варвара, Арану. Целая большая целевая аудитория пришла на ее. Это девушки, молодые, красивые. Мы стояли сейчас минут 20, наверное, с Юлой в туалете. И мы пока стоим, ждем. Очередь вообще доталовая. Девушка одна такая в очередь стоит и говорит: а это не ты играешь на укулеле? Такая, ну смотря что. Она говорит: да, это ты, я смотрела твои обучалки. Я такая... Вот так вот, Юл. Я могли... пошла, она уже с друзьями. Я уже там болтаю, там парень спросил, а что там, что такое укулеле? Говорю, ну вот, ты все бойся, начала ему объяснять про тембр, что можно сыграть. То есть могла этот просать шанс, скажем так, да? Видишь, клоника. Ты не хотела со мной стоять обязательно, ли мне это, а вот тут оно. Фанаты. Жду, ну прям зал полон сегодня смотрела. Были проданы прям солдаты. Солдаты. Да. Чего ждешь от этого концерта? Честно? Ничего. Давай так, мы ходили уже... год назад на стендап, но там были как эти, сборная солянка. Вот сейчас прям сольник, Лиза, Варвара. Я очень ждала прям, кстати, прям очень ждала. Прям очень-очень ждала. А Юля за компашку у нас, как кириешки компашка. Я знаю. Я думаю, хотя бы чипсы будут, а не кириешки. Потом классно, там все перебрали, аккуратненько сложили. Я сейчас думаю, как бы мне мою квартиру через французскую границу перенести. Быстренько, как тебе? Ну, не, я, да. Юля, как всегда, просто туалет хочет, не может не думать и об этом. У меня просто голову моча давит. Да, понимаю тебя, понимаю. Ну здорово, классно, но я больше на стендап не пойду. Что меня не так? Позвать давай. Не хочешь? Так ты ж не пойдешь. Ну, все, может, пока. Позовешь. Не знаю, я устаю, у меня... Устаешь я, смеяться? Я понимаю, синхрон зрения. Угу. Я просто пока пытаюсь вообще, ну, нацелиться, угу. Я устала все. И все-таки вот это чувство, когда, ну, как бы, артист шутит. Надо смеяться, да? Надо смеяться. Хотя тебе, может, и не очень, не смешно, так может. Так не смейся. Ну, это как-то некрасиво. Угу. Ну, типа, можно на реакцию пришел. Работать. А я так. Он же видит, он смотрит. Он такий, ага, Юля Мубаракшина, не посмеялась. Да не только Юля Мубаракшина, общее впечатление создается. Некрасиво, если не смеешься. А мы еще выбрали места посередине. Да, я прям хорошо видела, прям все видела. Не зря коррекцию зрения делала, чтобы сходить на стендап Арановой. Там это день сельва в конце. Можно и что, там бы ничего не увидеть. Я тебе говорю, можно было бы не смеяться. А тут ты сидишь посередине, тебе надо отыгрывать. Угу. Тебе надо, как бы, чтобы все-таки артисту было приятно. Угу. Ну, было смешно. Угу. В следующий раз я подупишу и приду, ничего не знаю. Моменты жизни. Не тема про мегаполисы. Do you like? It's... How is she feel, right? And how? Do you like? No comments. Do people really listen to her? Yeah. Really? Me, for instance. Речь аж ушла от такого, вы не представляете. Поняли, видимо, выкупили на авторадио мем. Они даже подписали тайм-коды о том, что то, ради чего вы здесь. Идет вот этот тайм-код. И в конце... И закрепим. Amazing. Кто переживал, не переживайте, мы смотрим. Вот мы смотрим Биту Семенишу. Обещали... Mm-hmm. Там же Марьяна будет. Да, опять там Марьяна все сделает. Марьяна все сделает. Шоу феерию. Это она. Она на месте, кстати. Болеешь за Марьяну? Честно? Да. Нет. Почему? А за кого ты болеешь, Юль? Я просто, я бы понимала. Надежда. За Надежду, во-первых. Ну, а за кого ты поболела? Ну, слушайте, ну я вообще не понимаю who is who, когда вы так громко говорите, я вообще не понимаю. Я ничего не понимаю вообще. Так, что пришло? Это вот это нам надо собрать? Да. Прикольно. Это еще наклейка, прикинь. А это наклейка? Ага. Помогает расслабить себя стресс. Конечно, такое-то. Все, мы постропезничали, поужинали. Юля говорит, готовься. Давай, Иль. Ха-ха-ха-ха-ха. Это еще наклейка, между прочим, можно будет наклеить. Вот так вот. Или у нас сейчас включают тут саундтреки. Хоу-хоу. Говорит, как называется? Говорю, ну хоу-хоу. Покеш. О, Ранесме. О,
Вон у нас самый главный волчар отошел. Я по частицам собираю твой портрет. Что-то нам кажется, что у нас не хватает пазлины. Походу, нас кто-то обманул. У меня тут вообще черное все. Я говорю, не особо удачно фотографию взяли. Вот что, я буду черное собирать? После этого события дело постепенно сошло на нет. А что-то вообще не прят. Какие-то странные пазлы. Моменты жизни. Идет мой сладкий отец. Я уж начала переживать, потому что я еще никогда не встречала своих родственников. Прям стояла. Юлю мы встречали. А вот а папа это другое. И пошел. Сейчас. Папа, ты как барин. Все идут туда, ты сюда. Просто все идут в том направлении, а ты прям так прошел. У тебя сумочка новая. Я новую купил. Какое? Вон Найка. Найка Ориджинал. Пока мы с папулей опять гуляем, смотрите, вот голубь такой интересный, первый раз вижу, золотой, черный какой-то. Папа говорит, что он приблудился, не здешний. Все. Можно сказать, что официальная часть ремонта начинается. У отца все под контролем, все хорошо, он знает, что мне нужно. Я не знаю ничего. Ну что же, наши дорогие зрители, рассказываю, показываю, не утаиваю ничего от вас. Все как на духу. Юлечка начала сольный проект. Пизда же осени, сейчас вам покажу. Будет выглядеть вот так, но это намного лучше, чем то, что мы собираем. Вы посмотрите, вы когда-нибудь видели вот такие вот, вот такую пазлину? Они настолько нетипичные вообще. Это нетипично. Это то, что мы собираем, вот это типично, а это нетипично. Прям вообще очень круто, надержи не потеряй. У нее своя тактика, она ее придерживается, быстренько рассказываем, чтобы... Вот давай, вдруг люди сейчас посмотрят, вдохновятся, как стоит собирать пазлину. Что, собирать пазлину? Да, ты, между прочим, вдохновляешь. Ну как собирать? Вот детали берем и что-нибудь пытаемся тут крутим, там крутим. Разделяем все на сектора. Вот чуть-чуть вот тут глаз замылился, ага. Пошел туда, там что-то пособирал. Ага. От рамок все идем. Рамки собрал, дальше да, все дело. Нас только держат рамки, я так скажу. Вообще клевое времяпрепровождение. Да, только я Даша ко мне перестала в комнату заходить, она боится, что я буду заставлять ее собирать. Она говорит, я тебя вчера ждала. Она просто как сказала, я пошла пазл собирать. Думаю, все, пока. Девочка, пролёгте, девочка, валте. А я жду, думаю, не приходит, наверное, боится. Как бы, это позывной, типа, я пошла пасту спать. Да. Тикеря. Сегодня я сплю с Юлей, потому что... Потому что Саша всего лишь знакомый. Прикиньте, меня Саша сегодня назвал знакомый. Меня это реально ранило и обидело. Что хотела сказать? Вы знали о том, что сейчас время по второй ночи уже? Ну, я думаю, они не знали. Вы сейчас не знали, но вы сейчас узнаете. Чтобы солнце не светило, я вот так вот сделала. Чтобы шнучки? Вот так. Просто я сегодня эмоционально устала, честно скажу, и это просто разлом. Во, так намного лучше. Благодаря ночью солнце светит. Вот вы замечали, что имя фиксики от слова фикс, а фикс это с английского чини, то есть это чинильщики. А на самом деле фиксики идут от слова, сейчас скажу, гарантийные человечки. Оказывается, была такая, как рассказ или повесть, что-то типа такого. Повесть Эдуарда Успенского. Вот он это придумал, а потом он... Как они вообще додумались гарантийных человечек перешли к фиксикам? Потом еще начали говорить или вообще вкинула инфу, что говорит, куда-то все мои деньги деваются. Да я говорю, я знаю, куда мои деньги деваются. Да, блин, мои деньги деваются на счастье, на эмоции. Как? На кофе за 65 рублей. Это тоже приносит мне эмоции. Знаешь, какой вкусный кофе? Да? Хочу теперь этот кофе. Завтра попьешь. Конечно, попью, у меня еще давление с утра скаканет. Я, кстати, я никогда покупала второй. Я думала, что уже перебор, да, too much. Я думала, ну, либо меня добьет сейчас этот кофе. Либо я взлечу, просто ртут крыляет. Так, выбрали вот такой диванчик, но будет синего цвета, темнее вот этого синего. Быстро, причем реально быстро. Мы с отцом такие, типа, так, сегодня нам нужно купить диван. Приехали под конец города. Огромный такой ЦЦ всякий. И то бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац, и все, диван готов. Все заказали. Реально быстро. Учитывая, как мои выбирают обои, выбирают диваны, выбирают это все, так что это прям действительно чудо. Пять раз сходят. Да, они пять раз сходят, подумают, придумают. О-о-о. Ну все, пошел. Полетел обратно. Теперь я остаюсь здесь за главным. Жить. Заниматься небольшим ремонтиком. Все только начинается.
должна быть приехать техника через месяц. Ну, мы попросили, поэтому отец еще вернется. Приятно на душе, как благодаря этому человеку он мне дает все. Что не то чтобы я не могу сама себе позволить. Большой груз ответственности, каких-то взрослых штук он берет на себя. Я ему прям за это безумно благодарна, что у меня есть такая возможность в целом, что папа может все решить. Моменты жизни. Я запуталась, я думаю, что за дом Калинов тут происходит. Девочки, знакомьтесь, снова теперь новая блогерка. Можно открывать свой этот хаос, укулеле хаос. Да, я пока вот так вот не умею быстро делать. Это нормально, это скилл. Вот, ковер не надо, вот это вот надо. Что с питательный процесс. Да, понимаю. Ковер дерем. Угу. Вот, когти точи. Вот смотри еще какая. Смотри. На месте преступления еще причем. А еще, между прочим, Аделина тоже там есть в книжонке. Вот, правда, мы с балалайкой. Есть один из выпусков «Моментов жизни» за прошлый, по-моему, сентябрь, где я там все рассказывала, показывала, куда мы ходили на выставку, где мы поиграли. Ой, а вот завтра будем также выступать. Ну, как вы видите, у меня уже волосюшки-то отросли, у грим-то какая. Если тебе нравятся мои образовательные ролики и тебе хочется играть сразу на хорошем инструменте, да еще и обучаться на нем без лишней воды, то специально для тебя я выпустила подписную укулеле-акулеле, да еще и дополнительные аксессуары к ней. А также я написала интерактивную серию книг, где наглядно я рассказываю и показываю, что зачем идет, и в итоге ты сможешь научиться играть на укулеле. Всю подробную информацию оставила по ссылке в описании, ну а также в QR-коде, который сейчас находится на экране. Но мы продолжаем! Моменты жизни. Не успела немножко покемарить. Вот с вот этим молодым человеком. Мадзин говорит, иди к станку. Ну, можно еще раз, чтобы я послушала? Она на тиктокерше, между прочим, артистка Флайт и лицо Флайт. На минутку. Такая чилзона, наш коворкинг. Такой, нет! А что, все попало, то все за компьютерами сидят. Вот так вот едут блогеры. Вот все говорят про миллионы-миллионы, а по факту маршрутки сидят. Я говорила Аделине о том, что я вспомнила времена, когда училась в колледже, и мне нужно было ездить каждый день на маршрутках, это то еще было действие, особенно в час пик. То есть мы до час пика скоро начнется. Вот. Прям незабываемо. А я сейчас еду на свою первую тренировочку. Даша меня провожает. Да, в добрый путь. Она берса. Она не снимает. Нет! Да! Нет! Кариша, все поздно. Даша, ну я правда ужасно выгляжу. Выходи. Проходи. Нет! Пыток, который может устроить только Даша. Я смотрю, сейчас в какую обувь. Как кетка, покажись. Ой, летняя коллекция. Смотри, Котя. Котя! Привет, Котя! Чего испугалась? Как дела? Да все хорошо. Ты сейчас снимаешь даже, господи. Ты такая скромняшка. Такая. Cute girl. Мы Кариша, мать теперь у нас. Конечно, я временная мать. Потому что эту кошку ищет хозяев. Думаешь? Рыжик у нас настолько гостеприимный, лимончик мне тут режет. Но суть не в лимоне, а в том, что это кружка от землян. Те самые земляне. Вы помните, что у нас Каришка фанатка их? Вот, земляне. Ты меня привела в такое вот интересное заведение, называется суп-кафе. Расскажи быстренько историю, что здесь было. В общем, мы пришли сюда, я знала, что тут всегда очень много людей. И мы пришли, так оказалось, мест нет. Очередь не занимают, потому что никто не собирается ходить. Мы говорим, нет, мы останемся, погреемся. В итоге мы познакомились с
прекрасной девушкой и администратором. Ну, меня спросили, верит ли, смотрит ли она битву сильнейших, наконец, сначала, типа, она говорила, не-не-не, это все такое, а потом, как начала рассказывать свою true crime историю жизни, аж жесть, мы так не стоим. Такие дела, сейчас будем кушать, покажем обязательно. Так, девочки, мальчики, небинарные персоны в том числе показывают супчик, будем сейчас вливать. Финский суп обязательно. Горячая чиабатта хрустящая. И мы еще взяли можжевеловый чай. Да, можжевеловый чай. Хватило лишь на две чашки. Вот. Но у нас как раз двое. It's so yummy! У нас пошло продолжение трипа. На этот раз пошли в депо. Нам нашли вот такой торт. Выглядит... It's so nice, конечно. Ух! Размером с руку, смотри. Вот. Ну, такая у тебя ручка-то вон. Для тебя нашли. Вообще, нашли. Экономим деньги тебе по максимуму. Да, нашли. Я говорю, сейчас только что стал бомжет. Я говорю, мы подруге на новоселье подарок нашли. Вот такой шикарный угловой диван. Два. Это все комплектом, это не два, это комплект. Ну нет, а в один угол, а этот во второй угол. Нет, зачем? Это угловой, и это так, ну, чтобы на четверых было. Ага. Вот, чтобы двое тут, двое там. Ага. Вот столик мы соберем тебе. Там есть из чего, да? Да, там он. Это у тебя, вон птичка тебе на будет на ужин. На ужин, да, мы праздничный. Все, там от торта этот отскребем. Все нормально будет. Все нормально, не переживай. Ёб ты, ты чё? День X. Выдвигаемся на Укафест. Даша очень рада. Но пока мы выдвигаемся в уютное кафе, на улице сплетенной мебелью. Что вы понимали, сейчас уже идет полтора часа, ну, Укафест. Мы пришли поесть в Маке, как настоящие звезды, около мусорки. Мы пришли на фестиваль, Наташа тоже тут, Наташа. Моя подружка, это мамина Наташа. Мамина Наташа. Мамина Наташа. А народу много, смотрите. Оп. Опа. Тут вообще там какой-то рэп пошел. Ну-ка, мама, там разнос, это разнос. Как она чувствует, как она чувствует, как она чувствует. Твоя любовь и судьба. Язычного гуляя сегменте, а недавно она написала книгу «Гуляя по шагам», которая уже стала бестселлером. И кто это? Это же Даша, боже мой! Всем привет! Я хотела вас лично поблагодарить. Спасибо большое, что занимаетесь укулеле. Продвигаете укулеле в массы. Без вас бы всего бы этого, честно, я скажу, не было. Вот, поэтому прежде всего, пожалуйста, похлопайте еще раз сам себе. У меня есть просто 8 минут. 4 я пою, 4 рассказываю про себя. Как вам такое? Энергетику, друзья, товарищи. Спасибо большое, Даша, кирпич! Он уже здесь. Это очаровательный муж. Что-то жарко там вообще. Моменты жизни. Опа! И не почему. Только не уходи, потому что я приглашаю на эту сцену. И за... Я сняла! Ну, радуешь, тетя, да? Ай, подниму, больную! Училка получила учительские конфеты, все в порядке. Мои любимые конфеты, чтобы вы понимали. Моя ученица, кстати, тоже за Белочка пришла. Вот мы с ней сидим, песни поем. Даже два облака. Да, мы песни поем. Вот, она мне принесла, ехала с очень далекого края, как она мне сказала. Подольска. Ради конфеты. Доставка Яндекс.Конфет. Друзья, товарищи, ко мне приходят на мастер-классы не только мои подписчики любимые, но и мои ученики и ученицы. Вот это, например, Таня. Я ей сказала, приходи, и она пришла. Вот, но пришла не одна, не с пустыми руками, хотя казалось бы. Вот, но еще и книгу принесла. Мы по книгам тоже учимся. Вот, я говорю, вот, например, страница такая-то, прочитать, научиться, все все дела. Поэтому с каждым годом укулеле становится все более
наиболее, более видимым инструментом. А это прекрасный шанс приобрести мои книги по ссылке в описании. Спасибо вообще за видео. Надеюсь, это было понятно и было полезно. Да. Это было приятно. И сердечко нарисовала. А я сегодня, видишь, это акулеле для... А молодец! Конечно, давай. Расписать или прям что-то написать? Спасибо. Пожалуйста. А фоточку это что, будем? Ну, можно. А, я еще уговариваю. Давай, давай, я хочу фоткать. Да не надо стесняться. А я напоминаю, друзья, товарищи, что в укулеле-центре действует специальный промокод KIRPICH21, который дает скидку на любой инструмент. Представлены не только мой, но мой. Вы тоже знаете, где найти. И также различные аксессуары к ним. Обязательно пользуйтесь, и будет вам счастье. После мастер-класса, собственно, все отфоткались. Все хорошо, все отлично. Пошли хлебать. Мадрин уже этим занимается. Вот я заказала вот это, она заказала то, все понятно. Хлебать. Вот. Вот тут я заметила, что развиты всякие вот эти фудкорки. Суси! Ой, друзья, товарищи, у нас прям учительская какая-то образовалась. Вот конфетки с мастер-класса трапезничаем. Пирог съели. Пирог приготовил один из учителей, у нас прям вообще красота. Вот надо еще нам покрысить немножко, как раз, что ну, прям сейчас, было сейчас, да, кнопочку нажмем, завершить. Сейчас расскажу все, правда, про учеников твоих, по кокетству. Мы, Сашка, сейчас включили YouTube, и оказывается, тут крутит прямой эфир, прямую трансляцию всех мультиков. Да. И, в общем, тут за донаты можно включить тот любимый ваш мультик. Вот, сейчас мы этим и занимаемся. Я обожал. Да, твой самый любимый мультик? Да, был канал мой любимый. А потом мы закрыли, сделали карусель. Да. Так, ну все оплачено, сейчас за все. Ты заплатила? Да, я за все заплатила. Сейчас смотрим. Сейчас ждем. Где тот или спать? Где? Где тот или спать? Кирпия. Мы оплачиваем мультики. Что мы там написали? Видимо, мы попали в какую-то очередь, поэтому не судьба. Похоже, не судьба. Какая? Решили все-таки отпраздновать Хэллоуин. В том году у нас успеха не увенчалось. Но в этот раз мы прям подготовились. Вот у нас тут пиздаш осени, ассорти. Вновь пошли в экспресс, угадайте что? Уже убрали, убрали все хэллоуинские эти атрибутики и декорации. Выставили уже новогодние. Хотя Хэллоуина как такового еще не было. Сегодня 28 число. Будем делать пунш. Ну, Сашка, у нас ведь пуншик идет во все оружие Юля. Последнюю ты еще потратила, мы знаем куда. Я не знаю, думаю, хоть что-то возьму. Прям реально вот эта атмосфера, так, creepy. Викуш, летучая мышь наша, что ты там делаешь? Юль, мы готовы, давай выключи, закрой глаза сейчас. Нет, давай, пусть она отсюда из угла придет. Давай, давай, давай. Юля, давай, выходи! Первая номинантка. Это мистер Поттер, это ли тебя? Ну, мы прямо и там, блин. Нет, нахуй, ты что, хват делала? Это вообще все выйдем его встретить. Юля, это имба полнейший. Курьер, да, курьер. Вау. Подожди, это что такое? Вот стол. Какая, а? Какая? Спуки, спуки. Юля. Отлично. Да, опа, стрелы даже не видно. Я и говорю, мы замаскировали. Мы нашли с того года, прикинь, вот эту штуку. И повесили вот. Может, а может, да, давай. Вот так, хорошо. Все, иди, перезвачивай. Я немножко модернизировала свой костюм. Да, Шуля, мы готовы. Я прям жажду. Очень неудобный костюм. Так, это наш референс. Хорошо, сошусь. Жур, у меня есть синий парик. Давай!
Ведь быть леди Баг не для меня. Решила быть суперкотом. Ну, у меня было ушки были. И все сошлось. Я подумала, ну либо мама кошка, либо суперкот. Вообще, мне обошелся этот костюм всего уже ничего. Носки были, лосишки были. Хвост от пальто этот. Вы готовы? Да, мы готовы. Ой, еще и брошка. Еще и брошка. Так ты у нас этот. Саша, это немножко не то. Ну покрутись, покрутись. Слушай, Саш, ты какой-то адекватный. Ведь быть леди Баг. Давай еще раз. Самые сны в температуру 39. Юля начала говорить очень интересную вещь. Собрались взрослые люди, все работают, все платят налоги, занимают хорошие должности. Также. А я Леди Баг. Музыка такая. Юля нашла плейлист. Мы перестали бегать. Ты что, челка отращиваешь? Ты Бибер? Ты кей-поп? Я. О, сатисфэкшн пошел. Реально авакедабра всякий. Под музыку прям. Что за колокольный звон? Продолжение пади. Подожди. Где Юля? Украшает тыковку вырезать. Никогда этим не занималась, ребята. Вы это делали вообще? Нет. Каждый день тыква. Красавица. Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Ну-кась, ну-кась. Ой, меня потухло, что ли? Конечно, у тебя закоптилось. Ой, еще закоптилось. И это сделали, это Сашуськина, это моя и Юлечкина. Вот мне это напомнило Каспера. Шикарнюю. Очень скоро мы все узнаем. Че ты? Она же звезда! Моменты жизни. А я съеду! Я съеду! Я съеду! Он там давай, едет, давай! Он давай. Поленец, а я сяду! Уезжай! Я съеду! Уезжай, я съеду! Сматывай отсюда! Я уезжай! Съеду. Я съеду! Уезжай! А я съеду! А уезжай! Ты... Все! Ну, слушай его! Кузнец! Слушай его! Он контуженный немножко. Очки надо. I'm Lady Bug. The shoes, it's amazing costume. Thank you. Especially your eyes, Chinese. Hearts on and you jump, coming down with goosebumps. Ну что, давай танцуй, танцуй. Леди Баг, танцуй, Леди Баг, танцуй. No. Ну а для всех любителей влогового формата напоминаю, что у меня на канале есть целый плейлист с моментами жизни за каждый месяц. Обязательно чекай и смотри. Ну а также напоминаю, что вы можете меня поддержать финансово на Boosty, как делают вот эти вот ребята. Отдельное спасибо им за это. За меня они получают клёвые ништяки, всякие штуки-дрюки. В общем, вы можете задонатить или подписаться на определенный уровень поддержки. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.